Хай, всем привет! Сегодня я проведу свой влог с местечка под названием... Очень сложное название. И сейчас буду с вами смотреть водопады. Очень классные водопады. Надеюсь, то, что вы увидели, не повергло вас в небольшой культурный шок. Потому что, например, когда я увидела эти водопады, я просто обалдела. Они настолько красивые. Несколько точек осмотра для этого водопада существуют здесь. И когда вы подходите, с каждой точки вам открывается этот водопад по-новому. Он открывается для вас с еще большим своим природным величием и красотой. Смотрите, вот он сзади меня. Просто обалдеть. Очень красиво. Нереально красивый водопад. Очень жаль, что с погодой мне не очень повезло. Как видите, я вся мокрая. Ужасный дождь. Очень сильно похолодало. Очень сильно похолодало. Градусов примерно, наверное, 15 сейчас. Но на самом деле... Оно того стоит, действительно. Если вы когда-нибудь будете здесь, обязательно посмотрите на эти водопады. Оно того стоит. Видите, какой тут интересный магазин подарков. Невероятные, классные стеллажи. Медведь. Очень атмосферно. Я енот.